Так, тихо, сбоку, 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 сбоку. Ты проехал, что ли? Да, нет, нет, да, да, нет, нет, да, ё-моё! Так, раз, два, полетели! Три. И погнали, вот так. У-ху! На бэтмобиле. Давай, 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 я пролетел. Антон, тихо. Главное, ровно. Ой-ой, кажется, сейчас на дирижабль приземлюсь. Нет, стой, долети, долети. Чуть-чуть, немного, давай. А, тихо, давай. Держись. А, Антон, куда я приземлился? Чуваки, с вами Джейл, и сегодня со мной Топлик. Мы играем в GTA 5 Online с головокружительным режимом, стенка на стенка, либо же лицом к лицу. Привет, друзья! И в последнее время, ребят, мы с Антоном что-то расслабились, и сегодня запустили жесткую карту с 30 людьми. Вау! Вы посмотрите! Сегодня, ребят, нас первое, это 30 человек, а во-вторых, у нас не обычная дорога, а дорога вверх ногами! Это жесть! Ёлки-палки! И, ребят, как и всегда, с вас обязательно лайкусик за такие жесткие, неповторимые, не просто непроходимые карты, ребят. Чем лайков больше, тем и карты будут жестче, короче. Смотри, я проехал! А у меня 11 место. Подожди! Ты что толкаешься? Быстрей. Подожди, напоминаю, кто сегодня проиграет, Антон, будет наказание выполнять! Это быстрей, будешь ты! Быстрее, быстрее, быстрее! Нет, это будешь ты! Все, у меня 6 место! Второе место! А и у меня теперь! Быстрее, быстрее! Скидывай всех, кто Погнали. Заезжает! Чтобы они сегодня не успели чекпоинт взять! Это выноси. Жесткая стенка! Давай, выноси его! Да не меня выноси, я свой-то! Тебя тоже! А что это меня вы? Сейчас тебя вынесут, Антон. Все, ребят, теперь нужно проехать обратно. Главное, чтобы это сделали. Уйди, меня красный толкает. Давай. Ой, 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 Антон, Антон. Пока. Я лечу обратно. Здорово. Ребята, надеюсь, вы уже заценили сегодня жесткую карту. Так что давайте, с вас обязательно сегодня 15 тысяч лайкосиков. Ой, а что так народу много? Смотри, сверху, сверху едут. Вау. А я проехал. Подожди, как ты проехал? Лика. А, я понял. Я буду ехать, короче... Это машина рампа была сейчас только что? Я не понял. Какая рампа? Все, я еду посередине, надеюсь, меня никто не скинет. Пожалуйста, камера, 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 камера. Можешь мне камеру? Нет. Стоп, чувак, 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 чувак. Я проехал. Реально? Мне повезло. Нет, да, не у меня вся дорога была чистая. Оп, иди объехал сюда. Мазила не попал. Ах ты, блин. О, вы гоните. Как мы на патибасах пройдем? Вы посмотрите, даже тут Антон. Ты колонку потерял, кажется, короче. Я упал. Ты упал? О, да. Подожди, так патибасы они тяжелые, мы сейчас всех раздавим. Это тут. Невозможно. Ой-ой-ой-ой-ой. Смотри, они там пробку устроили. Че творят? Я придумал, от первого лица же можно ехать. Это плохая тачка. Давай, Антон, я еду за тобой, ты мне должен сегодня дорогу расчистить. Какой расчистить? Напоминаю, ребят, что Антон в прошлом видео проиграл мне в спуске, и поэтому он выполняет сегодня наказание. Ой-ой-ой-ой-ой. Я упал и так. А я проехал. А я проехал! Я тебе дорогу расчистил, блин! Хочешь? Нет, стой, 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 стой! Я чуть до бочки не уехал! Антон, хочешь, тебе сегодня наказание твое скажу? Какое? Давай, давай! Ребят, вы написали крутой комментарий, что Топликс должен меня защищать весь чекпоинт! Чего? Понятно? В смысле? Да, это твое наказание! Короче, ну если ладно. Я какую-то тачку не смогу пройти, то я скажу, Антон, выполняй наказание, и ты меня будешь защищать, понял? Ну о, ладно, блин, ладно! Опа. Ой, ребята, а теперь, пацаны, хана вам! Кто меня там скидывал? Иди у сюда! У тебя рампа, так, что ли? Да, у меня рампа! Шейкер, шейкер! Пожалуйста! Подожди, подожди! Да вы чё, у меня рампа! Я! Не понял! Меня тачка скинула! О, подожди! Ну-ка, ну-ка, ну-ка! Я сейчас приземлюсь, смотрите на колеса! А, нет, блин, криво лечу! Быстрее, они тут заспавнились уже! Нет, 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 нет! А, не успел скинуть патибасы! О, Антоха! Это ты, это Михаил, это Слава Манук! Все, пацаны, сорян, но у нас сегодня жесткая стенка, и я должен соответствовать этой жесткой стенке. Сегодня жесткий джел разрушитель играет! Опа-па-па-па! А ты где едешь-то? Я еду вниз! О-о-о! Тихо, главное ехать посередине! Антон, да, здорово, я тебя видел! Опа! Минус чел! Нифига себе, просто всех катапультируем. Покедово, пацаны. Мне кажется, меня мои подписчики скоро возненавидят за такие мои штуки. Может, ты меня защитишь? О, все, подталкиваем Топликса, ребят. Поехали. Давай. Реально на автобусе застрял. У меня первое место даже горит. Реально? Нифига себе, да. Вау! Антон, ё-моё. Тихо, главное ровно приземлись. Главное ровно приземлись. Я лечу. Так, давай, 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 давай. Опа, все, четко, четко, четко. Привет. Ребята, тихо, сейвимся, сейвимся, держимся, держимся. Ой, мне кажется, ты упадёшь. Аккуратно на колесике. Нет. Пока. Пока.
Я, ребят, поеду тихо, мирно, никого трогать не буду. Я понял, чтобы меня не скинули, нужно вообще сбоку ехать. Ну-ка, моя новая тактика. Я еду сбоку, все, я еду сбоку. Вот сбоку. Ты там вынесет, наоборот. У меня третье место уже. Кто меня? Второе, погнали. Тихо-тихо, еду сбоку. Пожалуйста, тут же сбоку никто не едет по такой же тактике. Ой, тело отвалился рядом со мной. Так, тихо, сбоку. Ты проехал, что ли? Да, нет, да, ё-моё! Антон, я через забор перевалился! Я вроде видел, там спереди еще один КамАЗ ехал, так что есть вариант прикрыться ими и за ним ехать. Вот или уничтожить его! О, я ничего не вижу, у меня слишком большой КамАЗ на всю камеру! Оп, ребят, надеюсь. Так, тормозим. Вот тут я улетел через забор, это жесть! Нафига ты паркурщик? Все, я проехал. Пожалуйста, тачки, ну-ка, не скидывайте меня! Дайте мне проехать! Я мега-халк фиолетовый! Ты меня опять вынесли! Все, второе место! Тебя вынесли снова? Опять, да! Офигеть! Ребят, кстати! А тут бусеры насквозь! Подожди, у меня есть лайфхак, смотрите! Как раз, два, три! Лайфхак! О, не у меня одного, ну-ка! И опа! Давай! Ты что там делаешь? Я лайфхак нашел! Какой? Стой! Проблемный лайфхак! Тут перекрыта дорога! Так, стоп, а как тут? Я думал, я тут смогу проехать, но подожди! Или не смогу! Стой, тут какие-то копья торчат! Какие копья? Сейчас, тихо, дай мне! Аккуратно надо спуститься как-то! Ребят, это жесть! Джем лайфхакер! Оп! Что за защита от лайфхаков? Буду, значит, ехать по обычному пути. Летающие тачки! Что за метеоритный дождь из машин? Ребята, вы посмотрите! Все бомбардируются! Так, быстрее! Надо, короче, знаешь, по какой тактике играть? По какой? Найти машину, рампу? Нет, уйди, рампа! И за рампой ехать, чтобы она все скидывала! Давай! Серьезно! Походу, ребят, кто-то будет сегодня целую серию, вообще все серии выполнять на одни наказания, потому что, Антон, у меня первое место. Стоп. Лайфхаки, здорово. Я тут спрятался за деревьями от левого. Привет. Все, берем следующую тачку. Блин, дайте мне БелАЗ, пожалуйста, чтобы я всех раздавил. Интересно, сегодня будет? Какой БелАЗ, ты че? Антон, поехали за мной, иди сюда. А вот ты на чем? Так и быть, я тебе помогу, поехали. Вот давай, так, Антон, всех. давай. Это наказание. Смотрите, ребят, челлендж провести Томликса до самого конца. Ну, ой, мне кажется, сейчас скинет. Что-то он решил зря это делать. Вау! Антон, давай! Нет, стой! Я не могу помогай тормозить! Мне! Я не могу тормозить, Антон! Я пытаюсь! Я догоняю тебя! Стоп! Гони! Гони! Давай! Чтобы не погасло! Антон, я сейчас тебя опережу и тебе помогу! Давай! Я ничего не вижу! Вот, вижу! Все, ребят! Едем за Томликсом! Давай! Антон, ты где? Я опять упал! Да пипец! Как так-то? Ладно, придется ребят без Томликса доезжать обратно. О, быстро! Не надо толкать меня! Воу, чувак пожалел об этом. Просто, ребят, совет всем. Лучше на машину в рампу никогда не нарывайтесь, а то будет плохо. Да, а у меня тем временем... Да ну! Гиперкар дали, прикинь! Кого? Вот это пушка! Да! Кстати, у меня есть один прикол, я попробую, знаешь, что сделать? Вот отсюда вот залететь прямо на дорогу. И опа! В смысле? Ты чего? Ой-ой-ой! Опа! Да ладно! Это может получиться! Вот, попытка номер два, ребят, давайте! И это сделаем, пожалуйста, долети! Долетай! Лайфхаки от Джема! Ты что там сделал? Так, ничего, все, я проехал спираль, только как-то быстро ее случайно проехал. Антон! Нет! Ой, это пока. Что за воздушный полет Михьютету взял? Откуда он там прилетел? Я не понимаю, они за мной следят, что ли? Ладно, попытка номер три, значит, вон он едет. Так, главное на него опять не упасть, хотя я сейчас отомщу его и специально в него упаду. Ладно, приземляемся ровно. Полет птички Джелмана. Я тебя ловлю. Ой, подожди, ловить-то меня не надо. А где ты ловишь-то? Снизу ловлю тебя. Снизу? Да, а да. Я сбоку. Антон, здорово. Ой, пока. О, Антон. Иди отсюда. Вы чё? Дайте мне проехать уже! Так, давай. Я почти проехал. Я проехал! 3, 2, 1. Наконец-то! Я тоже проехал! Но у меня третье место. Кто меня обогнал? Какахи, быстро! Не сдавайтесь. Все, я на спортивной тачке. Масл Карри и Антон. Я еду в твою сторону. Главное мне там не попасть под огненный метеорит из тачек. Уу! Это жесть! Так, уворачиваемся, ребят, слева направо. Помоги спасибо. Мне! Подожди, я ничего не вижу! Можно мне камеру нормальную? Ребят, просто, мне кажется, у меня сегодня везение на максимуме, потому что я еще ни в кого на стенке почти не врезался. О, здорово. Зато я врезался, меня опять кинули! Ты ж проехал, говорил.
А меня выкинули! Офигеть! Чуть-чуть не доехал! Это какая у тебя тачка? Вторая по счету или третья? Да. Ребят, вы понимаете, Антон 12 минут вторую тачку не может пройти. А у меня уже снова машина-рампа! Какая рампа? Какая обычная фиолетовая такая. Трогай, ладно. Ладно, ладно, тебя трогать не буду. А где ты едешь, скажи только? Я снизу. Снизу? Посередине? Я еду посередине. О, отлично, все, давай. Я тебя трогать не буду, вообще не буду. Антон, надо, Антон, надо, здорово! Не надо! Ой-ой. Спасибо. Ты чё? Как я? Давай, давай, а сейся, я сейся. Офигеть! Антон, вот это лайк, ребят. Чисто запульнул топлица в самый верх. Слушай, нам надо команда работать так. Давай, ты прошел, да? Меня опять выпихивают. Я еду на помощь, ты где? Давай, давай, давай. Меня сейчас кинут. Я еду, Антон, держись. Меня выкинули, я тебя вижу. Я лечу за тобой, Антон. А, ты упал уже, я понял. Блин, ребят, вот честно, давненько мы не запускали карты с 30 людьми, и сегодня... Меня скидывают. Вы чё? Вы чё? Так, всё. 30 человек запускаю первый и последний раз. Ладно, на самом деле быстрее респавнимся, потому что, ребят, к чему я клоню? Поставьте лайкусик, если хотите видеть чаще карты с 30 людьми, с такой кучей народа. Просто куча мала целая получается. И тем временем, Антон, ты прошел? Я давай, прошел! Давай, 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 Антон. Помоги, держись, мне, держись, держись. Я помогу тебе, давай. Вали выноси отсюда. Его. Давай. Куда ты поехал? Я справа поехал, блин. Да, давай, проедем, ребят, проедем. Мы должны довести топлицу до самого конца. Рампа, рампа, уйди от топлицы, знаете. Все, прогнал его, давай. Поехали, давай, Антон, быстрее. Ты сможешь пройти вторую тачку. На нафиг. Выноси. Есть, Антоха, тебя рампой окружают. Обалдеть, просто. Теперь поехали все толпой, кучей рамп, ребят. Так, все, с вас обязательно лайкусик, если хотите видеть чаще карты с 30 людьми. И пишите в комментариях, кто хочет вообще карту, чтобы мы запускали с ареной вар. Чисто тачки с ареной вар. Погнали! Были. Вот это будет интересно почитать. Погнали, Антон! Выноси все! Ой-ой-ой, ой-ой-ой, я еду посередине. На, Катюша! Чего? Какая нафиг Катюша? Стой, 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 стой. У меня сейчас... два колеса. Нет, нет, нет. Это хорошо, Антон. А я лечу, как птичка-невеличка. Опа. Да ну. Ребят, это реально эпичная карта. Стоп, 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 стоп. Да, давай, давай, давай. Есть. Нет. Ты налетел. Нет, 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 стоп, стоп, стоп. Вообще неправильно, не в ту сторону еду. Так, налево, направо. Офигеть. Я застрелился. Меня Катюша скинула, и я застрелился. Ну-ка, скидывай ее. Опа. Ой. Прости, Антон, я тебе не смогу помочь. Я сам на крыше. Не надо, пожалуйста, меня скидывать. Все, ребят, быстрее, берем следующую тачку. Подтолкни. А, ты чё, братан? Где твои колеса? Убрали. Антон, давай налево, нам налево. А, ты сюда? Крыша. Это жесть, ребят, чисто. Рампа инвалид какая-то получается. Ой-ой-ой. 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 Антон, лучше от меня уезжай. Даю тебе совет. А то я уже близко. Да иди сюда. Рыжиска, сосиска, давай, давай. Так, ой, они там еще сзади, Катюша. Капец, ну ты понимаешь, нас никто не скинет. Ну-ка, давай. Вот если рампа заедет под меня, она оторвет себе колеса. Она взорвется просто. Главная защита. Ну-ка, Антон, ты где? Ты куда? Я куда? Выношу. О, ты куда поехал? Поехал? Антон, я там рампу раздавил только что. Ё-моё, тормозов нет, чуваки. Держись. Простите. Я держусь. Привет. Тихо, меня не скинь, пожалуйста. Пятое место. Антон, я застрял. Давай, поехали. Я застрял, стой. Я зацепился колесом, кажется. Все, газуем, газуем, погнали. Почти проехал. Ребят, ну смотрите, Антон честно выполнил свое наказание. Защитил меня. Иди. Ой, Антон, рапа. Прости меня, я тебя немного блинчик сейчас превращусь в тебя. И, ребят, да, пишите в комментариях тоже, кто из нас сегодня проиграет следующее наказание. Потому что очень круто, крутые наказания я читал. Было от первого лица, это мы выполняли. Потом ехать задом выполнял я наказание. Даже смотреть назад и ехать вперед было такое тоже наказание. Это вообще жесть. А Антон еще выполнял наказание кукарекать. Да. Кукарекать! Антон! Посмотри, какая у меня тачка! Победи! Все, теперь мы... Теперь мы враги. Там, там. Но смотри, у меня-то не все потеряно. Я могу ускоритель использовать. Опа! И вернуться на трассу. Или нет. Стоп. Нет! Я в космос полетел! Ладно, ребят, на самом деле можно, получается, на бэтмобиле слайфхачить и прыгнуть прямо вперед вон туда. Так, раз, два, полетели! Три. И погнали! Вот так! У-ху! На бэтмобиле! Давай, давай, давай! Стой, только не в колючке! Не в колючке! О-о-о-о-о! Я пролетел! Антон, тихо! Главное, ровно! Ой-ой, кажется, я сейчас на дирижабль приземлюсь. Нет, стой! Долети, долети! Чуть-чуть, немного! Давай! Тихо, давай! Держись! А, Антон, куда я приземлился? Ребят, это что за эпик? Вы понимаете, насколько это нереально? Ой, стой! Нет, 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 нет!
А, тут дорога. Все, я испугался. Я думал, я вам падал. Все, получается, берем следующую тачку. И теперь-то у меня снова рампа. Меня GTA просто обожает и любит. Погнали всех скидывать. Ладно, ребят, берем. Ай, или не берем. Пожалуйста, можно вырваться. Все, следующую тачку берем. Четвертое место. Блин, я не хочу развалюху. А тут что происходит? Что дорогу перекрыли? Антон, я буду первый. Это я первый. О, только не уверен, что она... Последний будет. Нет, Audi R8. Audi R8, в принципе, нормальная тачка. Тут, тем более, бати, басики, здорово. На патибасе лечу как раз. Давай, а где ты на патибасе? Подожди, какой из них ты? А, ты снизу? Раз, два, три, четыре. Давай, я тебя подожду даже. Стой, главное, чтобы меня не раздавили. Все, я чур поеду за оранжевым патибасом, ребят. Это у нас Михьюте едет, который меня скидывал. Ну-ка, давай, давай, давай-ка, братуха. Опа, все, карма сработала. Ребят, главное объезжать патибасы. И теперь на меня карма сработала. Я поехал обратно. Ну нафиг эти патибасы, ребят. Мне это вообще не нравится. Так, главное взять разгон по... Ты чё? Ты... Кто ты такой? Опять они я. Это кто такой? Это ты, Антон? Нет, на фиолетовом патибасе. Нет, я нашел там. Нет, давай. Ладно, я пойду за фиолетом. Типа такой хвост предел. Чуваку, все. Аккуратно, мы едем вместе. Антон, здорово! Привет! Я вернулся за тобой! Ой, пока! Подожди меня! Я тебя вижу, Антон! Ребят, догоняем Томикса! Давай, Антон! Ты куда уехал? Поехали! Я тебя сейчас... Ну-ка, по прямой, дрифт! Пока, Томлик! Спасибо! Ё-моё, я увернулся в последнюю секунду! Косые не попадете в меня, я самый быстрый! Ну-ка, между двух елок, ребят! Опа! Ой-ой, не получилось, ладно, тактика не сработала, зато у меня тачка теперь утканулась какая-то. И берем, походу, предпоследняя или последняя машина у меня должна быть, наверное. Я не знаю, нет, наверное. Опять рампа! Какая рампа? Антон, еду на помощь! Сейчас всех накидаю, всех раскидаю, ребят, и идите сюда. Я тебя не буду трогать, Антон, ты где? Я ничего не вижу, говорю сразу. Так, стоп, можно меня просмотреть? Я лечу вниз! Блин, я всех пропустил из этой камеры! Катапульта! Нормально, катапульта номер два, катапульта номер три. Блин, не сработало. И все, ребят, второе место. Походу, сегодня у кого-то будет наказание. Кстати, у тебя будет. Блин, мне интересное наказание такое нравится. Вот в прошлый раз ты кукарекал, может, в этот раз ты будешь гавкать или мяукать. А может, кстати, ребят, кто-то видел, написал крутой комментарий, что проигравший должен купить пиццу. Я даже не знаю. Нет, надо такого. Короче, в следующий раз я выберу самое эпичное и смешное. Нет, эпичное пофиг. Самое смешное какое-нибудь наказание. И его тебе, Антон, подарю, так сказать. Это всё, я тебе подарю сейчас. Да, конечно, ты меня сначала обгони. Обгоню. Это что такое? Ладно, будем, значит, планом Б пользоваться, ребят. У меня есть секретный мега-разгон, благодаря которому я могу сократить путь. Я уже так делал. Вот так. А, что, в смысле? Нет, я еду по спирали, все нормально. Все под контролем, Антон. Вот, ты куда полетел там? Я это видел. Я просто знаю, знаешь, так сказать, секретные маршруты, которыми можно пользоваться. А вот это секрет, Антон. Кстати, ребята, бежите в комментариях. Это честно или нечестно? Ладно, почитаю ваши комментарии, потому что я уже на гиперкаре. Не, ну это самая легкая тачка. Тем более, ребят, смотрите. Ой, а что там столько народу едет спереди? Так, первое лицо. Это моя банда. Первое лицо, можно включить, все. Буду всех обещать. Давай, банда, ну-ка, нарываемся, давай. Где вы тут, банда? А мы тебя вынесем. Да тут никого нету, по карте. Получай. Много народу, а на самом деле нету. Погоди, а что у вас там так куча была-то? Я не понимаю, блин, ребят, смотрите. У меня горит второе место. Подожди, только что третье горело. О, меня уже догоняют, надо торопиться. Посади, быстрее гори. Нет, это ты посади меня. Так, нет, это какой-то чувак. Я еду от первого лица, чтобы всех увидеть. Только у меня стекло слишком узкое, никого не вижу. Так, ребят, нафиг надо. Блин, так еще лучше видно, спасибо. Камера, ты вообще самая лучшая. Опа! Бэтмобиль! Аккуратно! Быстрее от него уезжаем! Так, ребята, аккуратно! Я тебя сейчас догоню! Ты меня не догонишь! Второе место, я хочу быть первым! Нет, я буду себя самым первым чуваком! И теперь берем следующую тачку, и она последняя. Все! Я вижу финишный чекпоинт, Антон! Какой финиш? Финиш, я его вижу! Но, ребят, давай, раздави меня! Ой, я упал с платформы, Антон! Лечу в океан! Иди сюда! Блин, все, я походу проиграю. Что это такое? Кто такой? Это что такое? Это был отвлекающий маневр, походу. С каких пор, ребят, КамАЗы по воздуху летают? Это у нас. Так, ладно. Главное прыгнуть и аккуратненько приземлиться. Чего? Куда? Повторитель! 3000! Ну-ка, давай ты
это, не повторяй за мной. Это мои лайфхаки. Пока-пока. Пока. Слушай, а ну иди сюда, тормози, давай быстро. Я тебя догоню сейчас от Бутузи. Давай, Антон. Че, рампу подкинуть из бок, что ли? Ребята, финишный чекпоинт быстрее. Есть, я его беру, и где финиш? Вот он. А где он? Не понял. А, он сверху. Или где? Подожди, где финиш-то? Сверху. Я не знаю, он где-то здесь на карте нарисован. Не понимаю. Вначале сверху. Где мой финиш? А, точно. Там же наверх надо съездить за чекпоинтом. Ребят, я уже поднялся. Быстренько, оп, катапультирую. В принципе, ничего интересного. Просто берем нашу последнюю машину. И, пожалуйста, дайте мне Бэтмобиль. Я хочу на Бэтмобиле. Какой Бэтмобиль? Ёлки-палки. Какой нафиг это Бэтмобиль? Ладно, ладно. У меня есть план Б. Как можно быстро спуститься в это, все видели? И как же? Надеюсь, скорости только хватит мне, потому что какая-то черепаха, блин! Давай, разгоняйся, разгоняйся! Блин, ребята, я охренею, зря скорости не хватит. Газ, полаз! Давай, 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 давай! Блин, Антон, упал. Мне придется ехать эту спираль. Здорово, чуваки! О, смотрите, смотрите быстрее! Первое место, у меня первое место горит! Давай, быстрее! Чувак не может пройти по Тибас? Ой-ой-ой, он где-то сзади. Ребят, быстрее, у меня есть шанс занять сегодня первое место даже. Давай-давай-давай, автобусик, давай черепашку мобиль. Давай, газую, газую, как могу. Ребята, главное ни в кого не впендюкаться. Да нет, ты газуй, тормози, я хочу быть первым. Стой, ты не будешь первым. Антон, я буду первым. Давай, пожалуйста, главное. О нет, Антон, привет, уйди Лёха. С дороги, уйди с дороги. Рампа, подкинь меня, спасибо. Да Антон, ты чё? Вот так надо финишировать. Офигевший. Все, перепрыгнул Томликса, ребят. Это как это, с палочкой, знаете, прыжки вот эти. Офигел, охренеть, блин. Самая эпичная стенка с 30 людьми. И я занимаю сюда первое место. Есть. Ребят, ну с вас однозначно лайк. Это самая эпичная стенка за все время. А на этом видео подходит к концу. Если бы раз, лайкосик с вас обязательно за такую крутость, эпичность. Напишите коммент с наказанием. Ну и, конечно, не забудьте подписаться на меня и Томликса. Ссылка будет на нас в описании. Всем удачи, ребят. Всем пока. Пока, друзья.